Старый асфальт уже убрали, готовят тротуарные дорожки. В квартале Маяковского в Звенигороде идет благоустройство двора. Здесь полностью обновят проезжую часть, пешеходные зоны и парковки. По объемам порядка 3000 квадратных метров проездов внутриквартальных, внутридворовых меняем асфальт. Порядка 150 метров квадратных парковок и 1500 метров пешеходных коммуникаций, имеется в виду там, где не ездят автомобили, где ходят граждане. Это проезды, проходы вдоль домов и тропиночная сеть внутри двора. Спецтехника начинает работу в 8 утра. Несмотря на шум, местные жители только рады. Говорят, двор давно требовал ремонта. Теперь мечтают, чтобы он преобразовывался и дальше. Детскую и спортивных снарядиков поставили бы нам рядышком здесь. Самое главное, снаряды было бы побольше. И вот там дорожки и лавочку поставили, кусточка. Вот не знаем, как там лавочки-то поставить или не поставить. Дорожку-то освежили. Благоустройство дворовых территорий проводят и в других районах округа. Всего отремонтируют 29 объектов. Андрей Иванов напомнил, что все работы должны завершить до 20 августа. Есть ли какие-то дворы, которые мы видим в зоне риска до 20 августа? Андрей Ильич, глобально нет. Вопрос только будет, опять же, в мелочах. Если у нас где-то появятся опоры, которые не перенесены, колодец, который провалился в процессе укладки асфальта. Даже при возникновении таких форс-мажоров сроки не должны сдвигаться, резюмировал глава. На этой неделе обновят еще 7 дворовых территорий. Готовность еще 9 превышает 80%. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».